Всем привет, зрители моего канала и подписчики! Сегодня будем с вами готовить. Такой простой рецепт. Это будет маринованная капуста. Будет она готова завтра, но я вам все равно буду давать рецепт. И вы уже завтра сможете ее попробовать. Где-то вечером. То есть она готовится сутки. Не буду показывать ее в готовом виде. Она будет обычная маринованная капуста. Как бы. Просто хочется вам снять рецепт. Вот у меня есть капуста. Сделаю из половины, потому что еще хочу натушить, но не сегодня. И чтобы сегодня его вам дать, этот рецепт, готовую не буду показывать. Она очень вкусная, проверенная мной не единожды. Классный рецепт, когда надоела вам квашеная капуста. Вот это как вариант тоже классный рецепт. Так что давайте готовить. Ну что, давайте будем готовить. Капусту беру. Вообще можете и трехлитровый сделать ее, бутыль. Я даю вам рассол на литр, а там уже смотрите, надо вам больше капусты. Морковку также возьму, совсем чуть-чуть. И чеснок, тоже по вкусу. Если вам надо больше капусты, то будете делать больше. Я делаю чуть-чуть, я не люблю много делать. Лучше свежую сделать, я всегда так говорю, то есть я не делаю по много там чего-то. Капуста лепестковая называется она. Вот так вот у меня заявлен рецепт. Вот такими ее нарезаю, видите как. И сюда. Если она там у вас немножко не держит форму, ничего страшного. Затем морковку вот так пластинами. Да, уже Джесси прибежала на морковку. Сюда. И чеснок обязательно. Это обязательное условие кладу. Наверное, мало капусты я отрезала. И сейчас посмотрим с вами. Вот так вот все выкладываем. Стараемся, конечно, компактно, знаете. Ничего не трамбовать, но чтобы она у нас и пустот не было так сильно. Нам это тоже не надо. А чеснок вот так нарезаю. Пишите тоже ваши проверенные рецепты. Такой капусты. Видите, и вот так все заполняем. Капусточку. Морковку тоже, в принципе, как хотите, можете нарезать. И сейчас будем укладывать до верха ее, так скажем, аккуратненько. И сутки она у вас уже будет готова. Быстро готовится, вообще классный рецепт. Хочется маринованной капусты. В магазин не идем, а сами делаем. Обалденный просто рецепт. Готовится она очень просто. Все сами сделали, залили. Знаете, что вы туда кладете. Так, сейчас пока я режу, надо поставить литр воды. Теперь с вами приготовим маринад. Здесь у меня 0,5 литра воды. Я вам дам пропорцию на литр. Мне столько не надо, то есть маринада, чтобы вы понимали. Ингредиенты я оставлю в описании. На литр. На литр необходимо 3 столовые ложки сахара. Значит, я беру 1,5. Такие, без горки. Так, вот так. Ложка и половинка. Давайте вот так вот. Идет затем 1,5 столовой ложки соли. Ну, возьмем вот так где-то соли. Думаю, этого достаточно будет. Затем по специям тоже кладите то, что любите. Лавровый лист обязательно кладу. Заканчивается у меня лавровый лист. Один достаточно. Не надо много. Перец душистый надо тоже. Но у меня душистого нет. Не оказалось, закончился. Обычный горошек кладем. Ну, сколько там? Немножко так. Буду вот этот весь класть. С пачки высыпался. Не хочу ничего уже. И хорошенечко все будем проваривать. Сахар, соль у нас растворится. Сейчас. Ну, покипит пусть минутки две. И будем подсолнечное масло добавлять также. И уксус.
все, Валь, пусть варится маринадик наш. Когда соль и сахар у нас растворились, добавим на литр необходимо 3, я добавлю 1,5. Одну и вот столько, 1,5 ложки подсолнечного масла. И опять чуть-чуть еще поварим минутку, пусть закипит. Надо кипятком заливать нам капусту. Маринадик покипел минутку. Уксус добавляем. 9% добавляю. На литр 3, 1,5 возьмем. Вот так и еще чуть-чуть. Вот так вот. И все. Выключаем. И сейчас будем сами заливать капусту. Капусточку заливаем. Обязательно ложку кладу, чтобы банка не треснула. И аккуратненько наливаем маринадик. Смотрите, чтобы вы не обожглись. Все горячее. Конечно, лучше еще тарелочку под капусту поставить. По лунникам буду это делать. Пишите, интересно будет почитать ваши рецепты этой капусты. Вы готовили так вообще? Делитесь, так скажем, опытом. Так, всю заливаю. Аккуратно все работаем. Видите, еще и осталось. То есть на литровую банку мне достаточно. Пол-литра. Я делаю на пол-литра, мне хватает. Так, надо салфетку. Так, чтобы оно... Потому что сейчас чувствую, через верх оно будет у меня. Так, все, накрываем крышкой. Даже вела через верх. Так, ставим. На блюдце поставлю. Так, вот такая получается, видите, кипяток, правда. Остывает в комнате. Все, переставляем. Это единственный минус. Вот это маринад такой, знаете, жирненький. Сейчас тут все вытру. Все, ребятки, вот так выглядит, видите. Остывает. Сейчас вам покажу поближе. Вот так выглядит. Остывает в комнате у вас. При комнатной температуре. А потом уберем в холодильник. И завтра вечером она уже будет у вас готова. Она очень вкусная, хрустящая получается. Ну, обалденный рецепт. Кто не готовил, конечно же, попробуйте, приготовьте. Все, ребята, сегодня такой у нас коротенький рецептик с вами. Эта капуста получается вкусная, хрустящая, маринованная. Вот кто не готовил, приготовьте хотя бы пол-литровую баночку. Чуть-чуть себе. Возможно, вам понравится. Ну, конечно же, если вы любите капусту, все какие-то рецепты с ней. Я обожаю маринованные, по-разному квашеную готовлю, очень многими способами и рецептами. Все, всем пока, хорошего настроения. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока!